Тюменская полиция перешла на летнюю форму одежды. Торжественный смотр прошел сегодня на площади перед зданием правительства. В нем приняли участие правоохранители, сотрудники ГИБДД, Росгвардии. Уже традиционно вместе с ними строем прошли и казаки. У всех оценили внешний вид, на опрятность проверили экипировку, служебные удостоверения и жетоны. Закончилось торжественное построение парадом служебных автомобилей. Результаты в целом свидетельствуют о готовности личного состава, экипировки, техники для успешного выполнения поставленных задач. Первое место заняло подразделение неведомственной охраны Росгвардии, второе – ОМВД России по городу Тюмени и третье – батальона патрульно-постовой службы.